Приготовим овсяное молоко. Готовится легко и просто, по цене намного выгоднее, нежели вы купите в магазине, где 1 литр молока от 100 рублей. Единственное, что я советую, это готовить молоко из цельного овса, потому что из овсяных хлопьев мне лично не понравилось, есть горький привкус, а из цельного овса получается совсем другой вкус. Ребенок у меня пьет просто так даже. Я использую это молоко в готовке, в десертах. Муж добавляет в кофе. Нужно только замочить на ночь, утром промыть. Отправили в блендер, процедили, ваше молоко готово, и по желанию можно еще подсластить. Кстати, из жмыха я приготовила овсяную кашу, овсяный блин, и получается тоже все вкусно и полезно.